С днем первого президента поздравили представители акимата города. На 14 площадках проходили торжественные мероприятия, посвященные этому событию. Одна из таких концертных программ прошла и в сквере по проспекту Республики. Подробнее далее. Караганда день первого президента отмечает по-особому, так как это город, в котором он вырос и получал знания. И именно здесь он начал свой главный трудовой путь. Поэтому шахтерская столица находится в феерии праздника. Очень хочется вас поздравить с днем первого президента. И вот сегодня для вас атмосферу праздника создали мы на 17 площадках. И вот эта площадка – символ того, что сегодня детки наши, нашего города, жители наши могут прийти праздновать это мероприятие. Организована концертная программа в юрте. Вы можете отведать угощение и поздравить друг друга с этим знаменательным праздником. Несмотря на сильный мороз, карагандинцы продолжают праздновать день первого президента. Многие из участников торжественного мероприятия находились в юртах, где там их ждал горячий чай и национальные блюда казахского народа. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.